где-то лет 5-8 увлечение живописью. Я же работал оформителем во Львове. Никогда не рисовал, бляха. Озеро Вяче тут недалеко. До пейзажи бы с удовольствием. А сейчас мне уже потерял. На ночь, видишь, на мяте. Слушай, а что такое, ты еще не закончил с тем? Ну, добро, а с Минским морем, коротко, что, как оно, нормально? Море нормально. Не, ну в смысле, не, ну да, вокруг да. Эти, зона такая, да, я вспомню, сколько раз туда и ездил. Да, помню, что с этой Инкой, помнишь, это же Зайцева Женька этой, когда мы ходили к ней на уродины, когда-то ну, ты и я, и еще не, там ну, кто-то. Понятно, дружили все. Вот, и я, когда, а Заяц был в армии, а я пошел там, начал ее раскладывать на этом. Потом он мне говорит, а ты за моей Инкой, ну это не важно. Там и так. Так вот мы с этой, еще когда Заяц был, мы на Минское море ехали и поплыли с ней куда-то на остров, бля, вдвоем. И, бляха, меня схватила судорога, блядь, это чуть не утоп там, бля. Как меня в Керчи тогда схватило. Помнишь, мы с тобой в Альтеген ездили дельфинчиком? Ну, так там же курва не должно хватать. Там же теплое море и солнечная погода. Ну, может, перекупался. Перекупался, нервы да. Бывают. Потому что... Что? Разметку делает. Ну и что ты говоришь? Вот сейчас, он сейчас. С бетона. Да, посмотрим, это бетон только построили, так я поэтому. Может, это самое, тут полиция где-нибудь будет? Или нет? Полиция куда денешься, а вот это на Минск, смотри. Так. Направо. У нас Витебск, Москва нам интересует. Минск. О, мы проедем с тобой. Блядь, через северное кладбище. Это бетонку сдали, и тут две машины еще ходят, видишь только. Вот. Ага. Так. Леня, вот. Это уже не Минск, да? Это вот мы это... по кольцевой едем. А это все кольцевой. Минск окружен кольцевой. Одна кольцевая. Двумя кольцевыми. Но была, я помню, еще в мое время. Ну, в советское время. Ну, да, а это уже постсоветское, да? У любого города кольцевые есть. У нас есть внутреннее кольцо, внешнее кольцо. Вот. Мы уже выехали, как говорится, на асфальтом. Не, ехали... ну машин же было меньше, господи. Же. Может, не, ну, да, в 70-е, 60-е годы. Какие машины там? Ну что, я, может, этот, включу кондиционер? В смысле? Контроль? Или окошко будешь открывать? Ну понимаете? Ты как считаешь? Ну, нет, может... так мне все равно. Ну, ты... открой окошко лучше даже, потом будешь это... Не, ну ты как скажешь, тебе если не дует. Да мне не дует, я вообще-то... Сейчас я тебя повезу в центр, а может, без бутылки...
Я вот прозевал, когда-то проезжал, вот это кладбище, которое ты говорил. Да? Это так называемое, господи, у меня здесь тесть похоронена, Лёнька, тут похоронена, Северное кладбище. Северное кладбище. У меня на Северном кладбище Варшавском бабушка похоронена. Анюта. Варшавском? Ну, Север, а тоже Север. Я вот, я тебе честно скажу, ну я этим не буду заниматься. Я бы, если бы знал, имел время, то с удовольствием бы посетил могилу отчима. Потому что особым-то злодеем он не был. Ну, в общем-то, конфликты были, но... А ну, ты его еще хоронил или уже? Не, ну, слушай, я уехал в 78-м. Через года два или три матери с ним разошлась. Последний раз я его видел, он приезжал во Львов, что-то там приехал, ее две дети были у меня в гостях. Ага. В каком-то 80 там каком-то. Ну смотри, мы уже в Минске. В 84-м или 85-м. Вот последний раз я его видел. Мы въехали в Минск. Это новинки. Здесь сумасшедший дом. Приготовься снимать налево. Будет. И монастырь, и все. Он будет налево. Сейчас? Да, а потом будет сумасшедший дом. Кай сказал, я очень хочу работать. Я 10 лет. Ее стали гонять. А понимаешь, ядерная физика, хоть она 9 лет там не работала, это настолько фундаментальная, понимаешь, наука, что, ну, ты азы понимаешь. Слышишь, вот этот вот она... Швейцария, это относится к этому, или это другая область сейчас? Ну, где этот? Филлипс? Не, вот это вот, что там... Коллайдер? Нет, коллайдер, не это другая, это, да. Я это... Хотя я не знаю, как они связаны. Ну, может, что-то, да. Лёнька, да. Ну. И вот ее берут на испытательный срок 3 месяца. И она понимает, что если она будет заниматься коттеджами и футболом, это... то она может прогореть и себе никогда в жизни не простить. Вот. Угу. И что ты думаешь, через 3 месяца ее берут на работу, она до сих пор... В головном офисе компании Philips работает. А ты откуда знаешь, контакт какой-то был? Мы переписываемся иногда. Раньше даже поздравляю. Она, а переписываешься в Фейсбуке или в этом? Просто в интернете. Почте. Почта. Ну, а, в Гмайле этой, да? Да. А потом угу. У меня вот Левизов Сережа, ну вот скидышка с 13-го дома. Ты помнишь, наверное, на гитаре все играл. Потом рыбку любил, на слепянку ходил ловить. Стал дважды чемпионом мира по рыбной ловле. Говорил, да. Да, я его на презентации брал, блядь, заказчик. Только, а Горелик такой, Сеня был, он уехал, да? Сеня был, приезжал, да. Приезжал Сеня лет через 20. Ну, музыкантом он не стал. Значит, нет. Стал? Он же сказал, играйте тут свой комсомольский рок-н-ролл, а я буду в Deep Purple, блядь. Сказали, Сеня возразил, сказал так, я владелец ресторана в Чикаго, я художественный руководитель своего ансамбля в ресторане, и называется он Deep Purple 2. И он, вот ему это нравилось, что он мог сам в собственном ресторане играть, и все, ну понятно, что уже там это, ну зато ну, нормально. Куда?